Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Джек Шепард и я, Артур. Мы продолжаем проходить Resident Evil 6, кампанию за Джейка. Всем В привет. последней серии мы, собственно, попали в плен. Ну, я попал в плен, а Шерри там то ли погибло, то ли нет. В плен нас взяла Эйда Вонг. Мы находимся по-прежнему где-то... Как это странно называется? Не помню. Куда-то ведут. А мы уже в Китае, судя по маске. Ну да. Да офигеть. Так, хорошо. А ты где? Не поверю. Что у тебя там? Я в костюме Милы Йовович. Не знаю, я здесь в лаборатории бью с голым торсом каких-то непонятных китайцев. А я с голыми грудями здесь какой-то... То есть совсем голыми грудями? Ну, короче, Милы Йовович, помнишь в фильме? Ну? Вот мой костюм чуть-чуть менее откровенный. Блин, покажите мне это. А я, кстати, никак выбраться не могу, я просто хожу по палате. О, могу в туалет сходить. Не знаю, но мне вроде полегче. Блин, у меня все такое белое, только что было темное, теперь такое белое. Я музыкальный центр включил. Отлично. Пока ты там спасаешься. Ага, вот и ты. Угу. Ну, в принципе. Да сейчас увидишь, там все, что можно, анимировано. Оба. Что нельзя тоже, да? Да. Ну и давай, иди сюда. Сейчас я тебя огрею. Такая может. Запросто. Вообще круто. Да вот это вообще, блин. Я не знаю, я люблю эту игру. Столько поворотов всяких неожиданных. Да. А я думал, что она слабая девочка. Ну не, ты что, не видел, как она там вырабатывалась? Ну, видел. Ну, анимировано. Анимировано все. Если бы я выставлял оценку этой игре за анимацию, да, тем 1.5 балла я бы взрывал обратно, да? Да, но в Китае. Так, теперь тебе меня спасать, похоже, нужно. Ну, я тут сижу. Я бегаю, голову расшибаюсь. Так, а нет, я выбрался. Понятно. Блин, прикольно, вот так нас разделили, конечно. Угу. Тут все такое белое. Ой, так ярко. Вот кому было темно, теперь смотрите. Теперь ярко. Так, медалёт. Ты на интерфейс смотрел свой? Ну да, он сильно изменился. Вообще удивительно. Но мы, похоже, наконец поймем, что вообще, как это все происходило. И как раз мы, похоже, на фабриках Neo Umbrella. Ну, интерфейс такой, да, такой. О, я выдохся. Я весь в крови. И с иксом бегать прикольно, так как камера отдаляет. Да. Черт. Я совсем выдохся. Ой, тут кто-то с пулеметом еще. Ну, хватит меня мучить. Джек Шепард, мне сейчас твоя помощь. Да я тут, блин, знаешь, четверых мужиков долблю. Который с мачетами. Так, я сейчас хапну. Ну да.
Да я убью с ноги, вообще плевать. Это даже чем-то напоминает этот. О, что у тебя там? Меня вырубили. Ну, я не успею, я думаю, тебя спасти. Я понял. 40 метров, по идее, до тебя. Нет. Но у тебя не... Нет, у тебя-то нормально тут. У меня все белым бело просто. Ладно, сейчас, по крайней мере, мы знаем. Блин, это неожиданно. Мне бы автомат у кого-нибудь отобрать. Она говорит, я не буду лезть в драку, пока не добуду нормально оружие. А я бегал в дубинке и всех убивал. Там, а как это такая классная с пушком? Так, я побежал искать что-то. Ой, все белое, это же кошмар. Я ничего не видел, у меня глаза болели. Теперь у меня так ярко, что все равно глаза болят. Какой пароль? Дэр пароль. Серьезно, какой пароль? Я откуда знаю? Тут какие-то 6 символов, и надо нажать 3 из них, и что это пароль, чтобы дверь открыть тебе. Так, я все понял, хотя бы что мне делать. Ищи пароль. Да он, блин, с пушки по мне стреляет, да вообще нормально? Да у меня тут 2 человека за мной гоняются. Фигня. Я женщина. Ну, один из них с автоматом. Фигня. У меня 3 с автоматом уже. Одному я сейчас... О, вот это удар был. Ногой через себя. Ты сволочь, вот это по мне. Они же такие приговорят, такие, такие. Я куда, и куда. Получи, тварь. Так, я куда-то пробрался между тем. У тебя там что по жизни? Я убил всех, у меня норм. Давай. Да какие-то, короче, я не знаю. Я к тебе спустился, похоже. Эти символы объяснять. А, здесь, введите пароль. На. У меня есть пароли. А ты знаешь пароль, да? Нет. Я стою в такой же консоли, где надо ввести пароль. Знал. Я думал, ты его знаешь. У меня, короче, на первом месте стоит первое левое верхнее. Это такое яйцо, крутящее. Так, проехали, короче. Так, ладно. Бред наркомана. Яйцо крутящееся такое. Так, ладно. А, у меня есть видеокамера. О, у меня пулемет есть на ней. У меня есть голая я и все. Могу сказать, что больше тебе и не нужно. Ну я понимаю, насколько я сейчас должен быть счастливым. О, я нашел место, в котором мне показывали в ролике. Да, должен был вроде как бежать. Так, блин, Джек Шепард, только не помри. Ну, ты помрешь, в принципе. Ну да, есть вон сколько. Я их бью, конечно, дубинкой, но мне бы оружие. Зарубали тебя. О, ты видишь там, что у нас, да? Закрывай экран рукой от детей. Ногой, ногой. Так, как, блин, выбраться-то отсюда, ёлки-палки? Мне сейчас по новой, что ли, страдать? С паролями я не несусь. Мне нужно найти пароль где-то. Похоже. Я даже не знаю. Я тут просматриваю, но ничего не вижу. А у меня тут уже все мертвы. Никто не появляется из врагов. О, я вижу медаль. А вот если бы мы... Бум. Где же она может быть? Да, блин, а? А, так я сюда же... Фу, братюня, я вижу тебя. Ты пробежал только что мимо меня. Как? Где? Ну, в смысле, я с камер за тобой наблюдаю. Зачем ты наблюдаешь за мной с камер, грязное вращение? Вот тут все мертвы. О, двери не открыли. Черную, которую даже зайти потом нельзя. О, я тебя вижу.
Но на этой камере нет огня. Видишь, посмотри наверх. Да, я вижу камеру. Хай. Давай что-нибудь там придумаем. Хоть пялится на мою грудь. Ой, к тебе сзади подходит. На этой камере нет пулемета. Поэтому давай что-нибудь. Делай что-нибудь. Пароли, введите пароль. Квадратик с треугольничками. Ну-ка, подожди. Нажимай-ка его. Error. Ты нажимаешь? Смотри, как они делают. Кого нажимают? Ну, вообще пароль. Нажимай какие-нибудь кнопки. Ну, я нажимал какие-то. Нет, ничего не происходит. Ладно. Опять ошибка. Все такие. И как-то можно еще типа. Попробуй позади себя. Ой, к тебе подходит потихоньку сзади. Сейчас я проверю. Если здесь проходит Джао, она говорит, пройду и я типа. Ну ищи. Ну пароль-то нет нигде. Ну, ищи, ищи пароль. К тебе сзади еще один подходит. А ты что никак не можешь его найти? Ну, я поищу сейчас еще, я хотел тебя поприкрывать. Но у меня то место, куда я зашел, тут, собственно, вот этот вот пароль, ты его введешь, и я смогу к тебе попасть. И одна закрытая дверь. Все. У меня больше ничего нет. В такое уж место я попал. Поэтому давай-ка, давай-ка, Джек Шепард. Дверь закрытая. Ты там где вообще? Ну, бегаю по локации, из которой изначально как бы вышел. Я не знаю, что должен делать. Во все двери тычусь. Вот отсюда вот я вышел. Интересно, девки пляшут. Так, стоп. Может, я где посмотреть могу? Да нет. Это какая-нибудь подсказка в моей комнате была. Да нет, нету. Ну, я думаю, что ты где должен найти эти символы и как-то мне их на пальцах объяснить, что я должен нажать. Ну как, где? Что я не делаю? Красная линия. У тебя есть на полу не красной линии там? Ну типа знаешь, как в больницах же красные, там синие. Ну у меня, да, идет красная линия. Ну, ничего. Вот, я по красной бегу. Ну она тут кругом. Да. А, я могу в шкафу спрятаться. Классно. О, где? О! Он код набирает. Кто он? Java. Код набрал. Так, я вроде запомнил. Ну-ка. Ну-ка, вот так. И вот так. Нет, как? Он же... Ладно, я буду хитрее. Следи за камерой, которую пароли. Ага. Я в шкафу напротив. Она говорит, о, давайте... Он пошел в другую сторону, козел. Он же должен зайти, набрать пароль. Я убью. Он пошел в другое место. Тварь. А нет, идет. Давай, я жду. Да, все подходит. Но я отсюда не увижу, так что ты. А я увижу, что он наберет. Левый. О, о, open. Так. Блин, я не успел запомнить. По-моему, что-то такое было. Нет. Со спины пулеметчик. Не-не. Так, ладно. Спрячусь еще раз. Короче, тебе нужно посмотреть их пароль, а мне пока тебя при возможности прикрывать. Давай. Ты запомнил хотя бы первую цифру там? Первую запомнил. Первую что? Вторую, третью я тупанул. А первая типа восьмерка. Понял. Понял вас, Иван. А дальше не знаю пока. Я-то просто смотрел на кнопочки, на которые нажимает. А можно было, поскольку нажимает, высвечиваться же прямо на табло. Три эти кнопки такие нажать. А я что-то первого увидел, а другие две не успел. Они убрались. Так вот, пошел. Так, ну ладно, я так долго могу подбирать. Лучше ты давай все-таки посмотри. Восьмерка, потом два колечка и потом два квадратика пересеченные. Восьмерка, два колечка. Меня и два квадратика. Все, я открыл.
Так, ну, контрольная точка, контрольная точка, но ты мою открой. Так, я пока тебя прикрывать с камер буду. Ну, молодец, все. Вроде как полдела сделано. И что, куда ты попал? Чистилище. Сдохни. Я тебя прикрываю. Давай. Тихонько. Так, все, открывай мне дверь. Ямщик. А я пока буду тебя охранять. Ну там вроде спокойно все. Ну-ка. Нет, это не моя дверь. Еще дальше. Ой, я куда-то упал. Давай, Джек Шепард, давай. Я тут куда-то бегу. Тут выход был из шкафа, прикинь, в тайную дверь. Ну, секретная организация, все дела, что ж ты хотел? Так. Все, мне тут уже смысла смотреть нет, ты дальше ушел. Так, короче говоря, ты говоришь, Дверь закрыта, ты должен ее открыть. восьмерка, это такие кольцо, ну, Да, потом два кольца друг в друге, потом два квадратика, один прямо, другой наискось. Ну, отлично, а что я туплю? Прикрывал тебя еще. Надо было уходить, сам бы справился. Давай, я жду. Лично. Я Я куда-то весь иду. нетерпение. Я в темноте, лазаю по каким-то вентиляционным лазам, вспоминаю недобрым словом Black Mesa. О, ты сейчас как раз ко мне вылезешь. Ну, Смотри-ка, конечно. точно. Мужик. А ты баба. Не смотри на меня противно. Так, ну тут одежда хотя бы какая-то есть. Where are we? China. Obviously, but where? Why? Don't know, don't care. Просто такие эти халаты медиков оденем. Стампе, братюнь, ты чё? What did they do to you? Plenty. Said something about using my antibody to enhance the C virus. Сколько они были-то Oh, уже тут? no. What else did they say? Не знаю, дома день, наверное. You know anything Может, about чуть больше. Albert Wesker? What? Take that as a yes. We talked about him a lot. I guess he had an antibody that could fight off any virus. Apparently, he abused his gift, took it for granted, and ended up turning himself into some kind of monster. You know, I thought dear old dad was just a deadbeat who skipped out on us. No, he was actually a freaking nut job who almost destroyed the world. Your father's actions have nothing to do with you. Yeah, but his blood does. It's the whole reason why we're even here. I mean, come on. You really think that crazy doesn't run in the family? That nothing of who my father was didn't somehow get passed on down to me? You of all people should know that's true. Just saying. Man that I am, things that I've done, at least it all makes a little bit more sense now. You can blame your father all you want, but at some point, you have to take responsibility for your own actions. Дела. Он, оказывается, и не знал. По крайней мере, приоделись.
Ну, не знаю, сейчас будем выбираться. Я на улицах там уже творится, я думаю. А, в принципе, на же Леон на самолете как раз упасть должен. Тебя-то радует. Ну, как тебе сказать. Ох, ты клевый костюм. У тебя-то? Mm-hmm. Ну да. Ну да, такой же хочу, да. Не у меня гораздо круче. Опа, бежи. Ой, как непросто. Ой, что с ним? Почему я стою? Я застрял. А, ты, похоже, вылетел, потому что ты у меня в стену бежишь, как в Дейзиде каком-нибудь. Че, висишь? Во, бегаю. А. На самом деле, DayZ, да? Ну я там просто на месте стоял. Нет, ну у меня-то в стену бежал. Так, к нам пришла эта тварь. Да, в самом неприятном. Я даже не видел, что она у нас сердце. А то предпринял бы что-нибудь. Ой, куда он прилетел. Так. Давай сюда, родная. Что она там творит вообще? Да, блин, она слишком поротая. Мне нравится, как изменился наш хат. Ну да, после того, как... прикольный стал. Да, гораздо повыше. Идет. Надо внизу такая тень. Все, готово. Кто там орёт сзади? Личный жетон какой-то. Очко умений, похоже, это медальон. Очко умений взял? Да. Это что за древние росписи? Это из Африки, что ли? Ураборос? А, нет, это же японские. Из Африки, да. Ну, мало ли. Сразу видно, что ты... Полиглот. Да. Солджер. Так. Так, я пошел. Hi, guys. Люстры так звенят, что мне казалось, что я смогу их хранить. Но стреляя по ним, я понял, что это не так. Я знаю, эту песенку. Bad Boy включил. Да ладно. Я какую-то комнату нашел. Что здесь? Это, похоже, не комната, это какой-то коридор. Так, ну тут вроде как ничего и нет. Небольшой обход, похоже, был просто и все. Нет. Хотя нет. Офигеть, что здесь за картинки. Дед Мазай и зайцы. Так, вот тут вот. Холст. Подожди, тут что? А, я могу в шкаф спрятаться. Холст напротив кровати. То, что ты можешь в шкаф спрятаться, мне говорит о том, что сюда, похоже, придет, как его там, Устанака. Точно, Дед Мазай и зайцы. Офигеть. Так, что там? Так, мы проделали небольшой круг. Пришли туда же. Блин, меня тут напоминает зал с Dark Souls. Когда вот так вот прямо идешь вправо-влево, можешь заходить. Так, тут враги, я слышу. О-о-о. Слушай, красивое место просто. Красивое, да. Так, я на первом этаже вырубаю. А я на втором. Ну, я уже вырубил. Меня уже вырубили. Правда, хочу что-то сейчас сделать. Так, ты что, не добил ты его? Ну да, ты ж там подбежал. Наверное. Так. Свидание? Хорошо. Да, место такое. Вот это место мне напомнило матрицу вторую. Где там... Да блин, сколько их тут прёт-то? С прогиба. Да, блин, они тут респаунятся просто. Мне дают много патронов НАТО, видимо. Пора бы уже найти пушку, которая ими питается. Ну-ка. Они опять отсюда выйдут, нет?
Так, ты взял ключ. Зарешенный жетон, что с ними делать? Ну, пригодится нам еще, вот увидишь. Ну да. Еще один. 4 штуки. Ой, трава была. У тебя. Угу. Здесь в углу еще есть кое-что. И вроде спокойно. Подожди. Все, выходим, нет? Что там? Нет, показалось. Ну, туда мы ходили. Ой. Прячется за старинной вазой. Джек Шепард, не закрывай мне обзор. Смотри, живой еще. А, он превращается в жабу опять. Да, блин. Разобралась девушка с проблемами. И теперь я могу бежать. Личный жетон со значком Umbrella. И тут что-то как-то прям. Я хочу спокойно. Нет, я хочу тут быстрее, короче, отсюда убраться. Так, ты за мной явно не пойдешь, да? Так, ну что? Блин, а как ты взялся? Когда я ему со снайперки сажу? Как только он появится. А он сейчас появится. Вылазь. Так, собственно, делаем вот так. Попал. Я тоже. Все готово. Так, а нам, в принципе, я думал, тут какая-то битва будет эпичнейшая. А нам просто выбираться отсюда. А да, посмотрим, что это такое. 10-3. 3 медальона для Запада. 3 медальона для Запада. Для прохода на восток нужно 10 медальонов. Так. Ты сколько собрал? Я... 6. Я парочку, по-моему. Закидываем в этот. Я пока разбираюсь с местными. Отлично. А мне кажется, что в центральный выход мы даже и не сможем сейчас выйти. Ну да. Так, где ты? А вон вижу. А я вижу врагов. В белом костюме такого. Да блин, они так бегают постоянно. Хорош. Так, ну что, пойдем, они там еще бегут. Пошли. По тебе там попадают, я слышу. Нет. Ну, значит, не по тебе. Я цел. So, what they have you doing for the past 6 months? You name it. They were trying to research the virus I'm carrying. Полгода. Мы тут полгода? Сзади. Мы тут полгода. Да-да. И успели удрать в один и тот же момент. Что самое характерное. Так, у нас там опять лезет какая-то бяка. Сейчас из бяки полезет бяка. И где она у нас? Мы ее встретим. Ой, по мне стреляют. Так, у меня 3 медальона, короче говоря. В тот момент говорил, что Sleeping Dogs, то вот тут точно Sleeping Dogs. А, это ты, блин. Я из всех противников выбрал тебя и попытался убить. Ну да. Ну, мне ногой, спасибо. Где? А, блин, я все пропустил. Наверху. Ой, меня еще... Ладно, я пока поиграю. Ну, блин. Я слышу это. Я оторваться не могу. Охренеть.
Ну, вставай. Я там музыку слушаю. Напарник сел там, такой, поиграть еще. Короче говоря, что происходит вообще? Прячься. Ох, блин, тварь. Я же её взрывал, она до сих пор жива. Ты меня еще бей. Все, готово, по крайней мере. Жетончик был. Я его взял уже. У меня 4 штуки. Плюс 3 я вставил. И у меня 4. Да где он был? А, они сверху стреляют. Или может у нас на двоих они? Давай, отлично. Готов. Еще прибегает. Единственное, что мне тут не нравится, то, что они респаунятся постоянно. Да. Так, здесь Ким Чен Ир или Ким Ир Сен, или я не знаю, кто это. Ну, это, конечно же, все просто шутки. Так. Хорошо, давай. Блин, успел рубануть меня, скотина. Да блин. Лично же там за камина. Ты где вообще? Ты ушел отсюда уже, что ли? Да, прям напротив комнаты. Ты меня там просто так же сам говоришь, что они до бесконечности, поэтому я решил там битки погулять. Ох, как хорошо. Из них жетоны поупадали просто. Сюда. Ох, да сколько у вас, ёлки-палки. Еще и паук. О, ты видал? Да-да-да, красавчик. Я сколько атаковал паука. Просто руками прям схватить. Офигеть. Так, у нас по 7, да? А если у нас общего по 7? А, ну то... я, значит, общего, да, потому что у меня тоже 7. Я могу просто спрятаться. Не, вот сейчас у меня 8. А у тебя? У меня 7. А, так пойдем тогда отнесем, я думаю, нам хватит уже. Нам 10 надо, да. Ну. Место, конечно, хорошее, но я не хочу тут больше оставаться. Красиво, главное. Полгода уже тут тусую. Угу. Сидели такие полгода, ничего не делали. Подумал, давай. Так, 4, 5. Не просаживайся, жетончики. Все нормально. 8. 9. 10. Хорошо. Будда посмотрел на восток. Пойдем посмотрим. Так, нам направо. А тебе жетончики зачем? Что-то есть такое ощущение, что это типа мини-секретик какого-то комнаты. Не знаю. Это та самая флешка, которую она Леону передала, да? Ну да. It's me, Шерри Беркин. Она Симмонса звонит, yes. Мать-то ей. He's okay. We were detained at a facility in China. История интересная, так с разных сторон выглядит. Ага. Для нас этот Симмонс был такой занозой, а для нее начальство. Ну да. So you ready? Done. Now let's get the hell out of here. Так, ну что, это было прикольно, особенно поначалу выбираться. Ага. Когда никто не знает, где его напарник. Ну да, это вот такое вот место единственное, наверное, пока что в игре было, что мы вообще в разных местах. Так, нам осталось выбраться из здания. These guys aren't much for conversation. Good. I was seeing this place anyway. Ну-ка, я попробую свой жетон. Ой-ой-ой. Танк? Танк. You kidding me? Так, что делать? Не бежать. Я один бегаю, играем в этот танк, и не знаю, чем мы должны делать. Я тоже. Как-то, блин, да.
Это неожиданно, хрень так. Не, ну я не знаю, они бы еще... В принципе, что может быть страшнее танка? А сейчас подожди, еще истребитель сверху упадет в здание. Чисто побежали наверх, нам надо в дверь назад. Ну ладно, давай тогда погнали. Ой, ой, из меня все дыры убили. На-на. Бежим. Ты так сможешь? Я нет. Че делать будем? Варам ганаду. Давай попробуй как там с другой стороны подбежать куда-нибудь. Да, я тебя там попробую поднять. Конечно, меня этот парень с пулемета расстреливает в упор. По мне гасит танк. Тебе отмутили куда-нибудь. Че ты там пришел? Да, помоги мне. Давай. Ай, зачем он спрыгнул? Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, ну, я просто бежал, а он посчитал это за... Ну, когда к краю подходишь, да. Танк задавил Будду. Хроники событий. Сучинки, наркоманы, да. Так, ты там ждешь. У тебя там, конечно, очень жди. Приятная компания. Вот поэтому я и бегаю, а не жду. О, трава зеленая. Так, все, притормозили. Неприятнейший теперь... танк тут. И теперь я жду. Я руку протянул. Давай. Танк смотрит на меня. А-а-а. Давай, давай. Давай. Нет, в этой игре точно никогда не смогу сказать, мы видели все. Ну нафиг. Валим. Бежим. Да вы издеваетесь, что ли? Это Resident Evil. Сейчас танк такой выезжает, да? Да нет, нет. Блин. Ну там, кстати, очень много места было под ним. Нет, там просто дело в том, что они камеру поставили противоположно, а управление не изменили. Да? То есть сейчас мне нужно жать вниз, получается, что ли, чтобы бежать. Только что я жал наверх, а теперь придется вниз жать. Ладно. Ну я так и жал. Потому что камера была так и вернули. Jesus Christ. Да офигеть, ну. Ой. Может еще как-то надо... Ой. О, а вон туда надо было. Вон туда надо. Меня снаряд попал, я отлетел, тебя задавили. Есть, я пробежать не мог. Ты мне блокировал путь. Короче, держимся. Ой, блин. Ой. Веди, короче, вниз, подал направо. Красивое место, да? Красиво было. Был. Все, я валю. Я снимаю. Офигеть. И что тут было делать? Вот как, я должен устать и убежать, а? Это просто был рандом. Бывает и такое. Блин, вот это прикольно. Поворот, да? Ага. Ну, я не знаю, я просто не знаю, это просто офигенно. Давай, погнали. Вот видишь, он поворачивает, мы должны поворачиваться. Да. Я вот, опять вот, вот сюда, давай. Камера капец. Камера вообще просто молодца. Так, опять куда-то бежать. Танк, ты успокоишься вообще, нет? Да ладно, хватит уже. И дуло такое поворачивается на меня. Блин, одновременно и паника, и хочется так счастливо хихикать от того, что происходит. Текай. Просто текай. Я добежал до рычага, я не знаю, что он делает, но что-то... О, к нам Будда повернулся. Ну да, я смогу перепрыгнуть. А я чё? А ты? Ты умрёшь. Отлично. Так, там мотоцикл. Тут какие-то хрени на ногах. Передвиньте статую. Да. Ты поверни обратно рычаг. Нет, он не поворачивается. Ну как-то нужно повернуть, потому что иначе мне... Это? Мне хана.
У меня есть мотоцикл, но чтобы к нему попасть, это мне нужно как-то... Мотоцикл. Я не знаю. Нужно, чтобы... Вот, вот, он подвинул. Он подвинул. Танк? Случайно, да. Еще несколько ударов, и он мне повернет как нужно. Давай, родной. Я весь бегаю снизу. Я сейчас как Том Хэнкс его, из пистолета взорву. Ну давай, ну. Так, отходи. Я контратаку делаю. Так, остался еще один раз. Да, блин. Но я в безопасности, по крайней мере. Угу. А я бегаю внизу, бегаю кучу зомби, и меня пытаются убить там. Да, ты только это не дай ему задавить себе. А зомби, кстати говоря, еще и кузнечиками стали. Вообще, я понял. Шикинско. Так, все, я наконец-то могу. Числа, что твой степень геморрон классно. Ой, я не допрыгнул. Я по танку прыгаю. Слышал, байкер. Да, блин, тут невидимая стена. Где ты и байк твой где? Пока что не до байка, явно. Меня жмут. Так. Да что ж такое? Ну, камера, ну... Офигеть, это просто ты бы видел. Это такая порнография. Я увижу. Много моментов таких портится. Вот тут стоит Феррари. Или что-то похожее на нее. Так, держись. Чё? Я надеюсь, мне не придется на байке самому ездить. Я надеюсь, придет. Ну, хотя не удивлюсь. Уже на самолетах летали, на двух разных. На Хаммере ездили. На снегоходе. Терминатор 2 начался. Удачи тебе. Ну, я думаю, на мотоцикле мы успеем уехать вот от танка. Ну и, в принципе, на этом все. Это было, такой по-моему... Точный. Поначалу непонятно было, что делать, но в итоге оказалось, что это прям, ну, вообще, под конец... Крутотня. Пошла, да, мяснина. Короче говоря, надеемся, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами были Джек Шепард и я, Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.